Всем привет, с вами снова Александр, и я хочу вам рассказать о кресле от компании Joy. Сейчас смотрите, как я его красиво могу к вам развернуть. Эта моделька называется iSpin 360. Буковка I говорит о том, что оно соответствует стандарту iSize. Это очень требовательный к безопасной перевозке детей стандарт. И кресла, которые ему соответствуют, они по-любому, им по-любому можно доверять ребенка. А это кресло вдобавок еще получило очень хорошие оценки на Адаке. Поэтому по безопасности тут просто ноль вопросов. Очень хорошее кресло за очень приятную цену. Ссылка на это кресло внизу в описании. Пройдите, посмотрите. Как вы видите, кресло у нас 360 название имеет не просто так, оно разворачивается на 360 градусов по кругу. Но имейте в виду, здесь спереди у нас есть своего рода такой фиксатор, в который нам нужно его, если мы перевозим ребенка, например, в группе 0 с рождения, его нужно переключить на группу 0, чтобы мы не могли его развернуть полностью случайно. Вдруг мы что-то там задумались, там еще что-то, и мы его не развернули. Нельзя ребенку ездить по ходу движения, не достигшему там, грубо говоря, 9 месяцев ребенок должен ехать лежа против хода движения. Это золотое правило и норма безопасности. Поэтому здесь есть вот такой фиксатор, дабы родители случайно не ошиблись. Если мы его откидываем и оба значка будут зелененькие, то мы, получается, можем его крутить как хотим. Я его сейчас оставлю так, чтобы я его мог вам показывать. Категория 0, напомню, с рождения и до 4 лет, где-то до 100-105 сантиметров роста ребенка хватит этого кресла. Посмотрите, что здесь сделано для новорожденного. Joy умудряется делать кресло очень анатомически правильные, с очень хорошими и качественными вкладышами для ребенка. Сейчас я их вытащу. Да, вот смотрите, вот такой вот бутерброд. Подголовник отдельно, вот этот вкладыш, вот этот слой отдельно. И есть еще основной, с самого начала, который выравнивает спинку ребенка более горизонтально, чтобы ребенок лежал, а не был полусогнутый. Поэтому по мере роста ребенка мы отсюда сначала один снимаем, потому что нам уже тесновато под ростом месяцев 4, допустим, можно вот попробовать нижнюю снять часть, посмотреть, как ребенок. Дальше, когда уже физически он растет, уже становится тесно, можно убрать и эту часть, оставить подголовник. Ну, обычно подголовник не оставляют, потому что, ну, становится уже в целом тесно. И убираем вкладыш полностью. Вот, поэтому вот вкладыши здесь всегда суперские. Что касается материалов, у Joy очень хорошее соотношение, скажем так, учитывая стоимость. Они предлагают максимально хорошие материалы за эти деньги. Я не скажу, что это супер премиальный дорогой материал, но он очень приятный, тактильно, гипоаллергенный. Joy, они очень мягенькие материалы, ткани всегда используют с хорошей такой набивкой. Вот с этой камеры посмотрите, здесь прям вот прям я нажимаю, сантиметра 2 минимум ход. В общем, здесь как на таком креслице ребенок сидит. В общем, в этом плане все хорошо. Давайте я его сейчас разверну. Посмотрите, какое положение у ребенка бывает новорожденного. Здесь с одной стороны ручка, и с другой стороны ручка. Можно за обе, можно за одну. Вот мы разворачиваем. Все. Против хода движения у ребенка есть вариант. Когда он совсем маленький, естественно, мы его полностью наклоняем, и благодаря тем самым вкладышам он почти практически лежит. Вот так вот едем. Ребенок чуть подрос, но все равно вы еще едете против хода. Можно даже немножечко ребенка посадить. Ребенок еще не будет такого роста, что у него колени уже у ушей, там упрутся. В общем, запас пространства будет достаточный. И когда ребенок уже вырастет, соответственно, вот тогда мы берем и разворачиваем. Вот эта возможность вращения на 360 градусов, это очень крутая тема, потому что вы подошли к автомобилю, открыли дверь. Когда вы до этого уходили от автомобиля, вы кресло вот это развернули к себе, вытащили ребенка и пошли, и оставили его так. Соответственно, на следующий день мы приходим, и оно уже повернуто к вам. Вы посадили ребеночка, повернули и поехали. Очень удобная штука, когда кресло вращается. Это прям топчик. Так, что касается здесь пятиточные ремни с мягкими накладками, естественно, везде они есть. И вот вы видели, да, я сейчас коснулся вот крепления ремня пятиточного, и у нас открылись
дополнительная система TriProtect. Это система, которая гасит энергию удара при боковых ДТП. Здесь сделано таким образом, чтобы родители не забыли ее активировать. Все. Она срабатывает по-простому, сейчас покажу. Она срабатывает в тот момент, когда мы ребенка пристегиваем. Вот мы пристегнули, да, все окей. И чуть-чуть натягиваем. Сейчас, секундочку. Неправильно сделал. Да, все. И когда только мы натягиваем ремень, и он дойдет до нужного положения, нижняя часть, они активируются. Единственное, вот они активируются оба. Мне лично вот не очень нравится это, потому что с салона иногда этого делать, ну, просто он не нужен там. Он нужен там, где окно. Он просто скрадывает пространство с этой стороны, со стороны салона. Но не суть. Вы можете в любой момент закрыть, зато там вы его не забудете открыть. Важно это открыть. А потом закрыть — это уже другое совершенно. Итак, смотрите, подголовник у нас, естественно, регулируется здесь в очень большом диапазоне, потому что до метра практически ребенка можно возить. Мы видим, что места тут реально много. Метровый ребенок помещается здесь вообще без проблем. Естественно, в верхней одежде ребенка возить нельзя, миллиардный раз это уже повторяю, но вот все-таки кто-то возит, и даже в куртках ребенок, в принципе, адекватно здесь помещается. Поэтому все хорошо. Так, смотрите, что касается крепления. Кресло идет со встроенной базой Isofix с упором в пол. Упор в пол мы, естественно, должны активировать, выдвинуть его, полностью упереть в землю, ну, в пол автомобильный, и у нас появится зеленая индикация о том, что он дошел до пола и уперся. Появится зеленая индикация, значит, здесь мы все правильно сделали. Дальше. Нам нужно пристегнуть кресло на Isofix. Чтобы пристегнуть на Isofix, нам нужно его вытянуть. Здесь спереди есть кнопочка, мы ее нажимаем, и Isofix высвобождается. Защелкнули в автомобиле. Защелкнули, и у нас сразу же появляется зеленая индикация со стороны Isofix, говорящая о том, что и здесь у нас все застегнуто правильно. Я к тому, что как только все три точки зеленые, значит, мы кресло установили правильно и можно ехать. Все окей. Все, вот сейчас на самом деле кресло делает настолько вот грамотно и просто, чтобы не было никакого головняка у родителей. Все продумано инженерами за вас, все четко, щелк, 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 зеленое, зеленое, все, айда и в путь. И поворачивать легко, и пользоваться здесь легко, здесь легко. В общем, все окей. Кстати, что касается перевозки ребенка вперед, давайте покажу вам наклоны. Вот мы сидим, вот мы отдыхаем. Напомню, при движении лицом вперед нельзя ребенку полностью лежать, это очень опасно. Поэтому ребенок в таком полулежачем положении отдыха, это правильное положение назвать, находится. И это безопасно при ДТП. Поэтому не ищите супер каких-то кресел, их просто настоящих, хороших, безопасных не существует, где можно лежать и ехать лицом вперед. Это чушь, такого не бывает. Это небезопасно. А что касается, кстати, тканей, по их уходу. Материалы полностью на кресле снимаются. И главное самое, стирать их не выше 30 градусов, чтобы она не села, потом ее обратно не одеть. И это головняк потом решать этот вопрос, где взять такую ткань новой. Это прям проблема на самом деле. Имейте в виду, в общем, этот момент. Вот. Ну, в целом, что хотел рассказать. Я рассказал, как по мне, очень годное кресло. Да даже не то, что годное. Очень хорошее, безопасное кресло за абсолютно адекватные деньги. И я не могу его не рекомендовать. Много хороших кресел на рынке. Но если взять вот бюджет, такой относительно небольшой. Вот пройдите по ссылке внизу в описании на Мир Автокресел, посмотрите цену, потому что она сегодня одна, завтра другая. Сейчас сами понимаете, что происходит. И убедитесь в том, что относительно рынка и этой группы 01 с хорошими краш-тестами, это отличная цена. Просто отличная цена. Тем более бренд Joint так ворвался в рынок. Знаете, он не потихоньку зашел, а он просто ногой открыл дверь. Все, я здесь, знаете, вот так мощно зашел на рынок. Вот, они крутые ребята, молодцы, хорошо все делают. В общем, честь да хвала, как говорится.
Вот, поэтому приглядитесь. Я, собственно, все, что хотел сказать, я рассказал. Вы принимаете решение, как всегда, самостоятельно. А я лишь хочу попросить вас, если обзор вам был интересен, поставьте, пожалуйста, этому видео лайк, подпишитесь на канал, можете написать какой-нибудь комментарий. Это все помогает продвижению, развитию канала, чтобы я больше и больше мог делать видео для вас. Ну а вам хочу лишь пожелать хорошего, грамотного выбора и удачи на дорогах. Пока!